Ранее передан юридическому машиностроительному заводу. Значит, выдана была заказная спецификация, поэтому они намного ранее приступили к изготовлению. Сегодня мы уже официальную часть подписываем договор. И после подписания договора уже новое оборудование поставлено на комбинат. А дальше в соответствии с графиком поставки, монтажом и, соответственно, пуска наладкой мы сделаем то, что наметили. Теперь осталось обменяться. Спасибо. Спасибо. С чем мы вас всех и поздравляем, если честно. Для меня это радостный момент. И я уверен в том, что с такими людьми, с такими производителями, особенно меня радует, что это украинский производитель, потому что на сегодняшний день только совместными усилиями металлургов, машиностроителей мы можем возродить экономику нашей страны. А в моем понимании, чем намного сильнее экономически страна, тем и любые по плечу все решения всех проблем, которые существуют. И тут не нужно будет смотреть ни на Запад, ни на Восток. Ни на крупный бизнес, я бы сказал. Потому что мы выживем, мы просто торгуем, да? Да. Производим.